Всем, ребят, привет! Извините за такую обстановку. С бортом у нас сегодня совсем темно. Судя по времени, времени еще нету трех. Выехал я снова все на дальние рубежи нашей губернии. Сегодня копаем мы снова с моим неплохим другом в данный момент. Подписчиком мы с ним познакомились, выезжали на коп совместный. Ты, мужик, просто класс, мне по душе такие люди, в принципе. И он пригласил меня снова, но уже на новое место. Хотели с ночевкой, но, к сожалению, наверное, все-таки не получится. Холода наступили почему-то, было около 30, а сегодня, вот в данный момент, всего-навсего 10. И с ночевкой, наверное, все-таки не получится. Выедем мы сегодня на одну замечательную такую полянку, где раньше в свое время была какая-то усадьба или что-то в этом роде. Обещают, что будет все классно, как в прошлый раз. На двоих мы накопали 130 монет, если точно быть уверенным, 129 монет. И есть у меня видео с этим копом. Коп называется, если дает мне память, это Шурф, просто класс. Рекомендую зайти, посмотреть. В принципе, красивые места, зачетное место. И находки нас очень радовали. Так что заходите, смотрите. Будет очень приятно, когда в комментариях вы оставляете лестные слова. Так что не пропускайте сегодня. Сегодня будет, думаю, тоже довольно-таки интересно. Хоть и отправляемся мы в глушь. Примерно 300 километров сегодня наверстаем в одну сторону. Так что смотри, не переключайся. Если не подписался, подпишись обязательно. Так что все. Включусь уже непосредственно на копе. Так что смотри. Итак, ребят, едем мы вот по такой вот дороге. Ехать нам еще примерно полчаса до места. И Санек у нас, добрая душа, увидел вот на проселочной дороге стоит автомобиль хлебовозка. И сжалился над дедушками и бабушками, которым хлебушек везли. И мы взяли на буксир хлебовозку. Нельзя же оставлять бабушек и дедушек без хлебушка. Здесь вот с этим напряги. Цивилизация далеко у нас. Так что Александр у нас жалился. Немножко нам пришлось от пути отклониться и завести товарища именно в этот населенный пункт. Ну а так, ладно, немножко осталось. Честь и хвала Александру. Александр, привет. Так что вот такие вот пироги с такими друзьями, комрадами, с чистым сердцем и доброй душой приходится копать. Сейчас, между прочим, будем заезжать в усадьбу. Усадьба Бестужева. Я вам, конечно, ее засниму. Красивое поместье. Таких мест по России осталось считанные просто экземпляры. И я вам покажу это место. У меня на видео уже фигурировало это место. Вот. Но все же, воспользуясь случаем, я вам еще раз покажу. Очень красиво, я очень впечатлен. И я думаю, вы тут тоже. Ну, как вовремя мы хлебушка привезли. Вон бабушки-старушки уже идут за хлебушком. Сань, как называется? Мария Магдалина, церковь. Деревянная.
Вот в таком вот состоянии она. Здесь, конечно. А, здесь говорят, еще под церковью имеется склеп. И здесь как раз захоронены у нас там какие-то церковные служители. Блин, да смотрите, видите, в каком состоянии здесь все. Не, здесь ничего особенного нету. Но я вам все же сейчас покажу. А, склеп. Не, склеп здесь не получится, да, ничего посмотреть? Не, не. Все, все под внизу. Ну, а раньше был доступ здесь, да? Да, раньше был. Че, прям там это, могилы? Да, они под церковью внизу, говорят. Ясно. Ладно, я хочу вам вон тот вон склеп показать, ой, этот, усадьбу показать. Сейчас посмотрим. А вот, ребят, как раз то место, которое я вам показывал, рассказывал в предыдущих сериях. Это у нас усадьба Бестужева. Очень классное место. Очень большая площадь внутри, но, к сожалению, в очень удручающем состоянии. Развал, разруха и ничего хорошего. Зато рядом Ильич процветает вон слева. Ну да. Че, погнали? Повторюсь, это у нас усадьба Бестужева. Очень зачетная, красивая. Имеется такие вот здания. Ну ладно, продолжаем свой путь. Итак, ребят, приехали мы на место, но не туда, куда хотели. Но все же сюда решили заехать по какой причине? В свое время, в советское время, чуть впереди меня был клуб. Ну, клуб, сами понимаете, танцы, шманцы и все такое. Все из карманов выпадает, теряется. Время сейчас всего-навсего 6 часов, у нас времени вот так вот. Так что посмотрим, что у нас здесь выходит. Если не получится, то куда меня тянет? А тянет меня вон на ту гору, сейчас я вам покажу. Вот там подымали царские монеты. Вот. И для разведочки хотим разведать здесь. И посмотрим, как у нас здесь получится. Все сами увидите, как у нас сегодняшний коп задастся или нет. Итак, ребят, решил я вам заснять монету. Я ее уже выкопал, сходил за камерой. В общем, ну а для начала я хочу вам показать, где мы изначально остановились. Вот. Поднимаем вот такое количество монет. Все советские. Желтенький у нас 46-го года. Трешка. Копейка тоже 46-го. И копейка 80 какого-то года. Ничего особенного. Довольно-таки убитые монеты. Но переехали на бугорок. И вот, ну, у меня монета лежит. Это медь, я уже видел. И сейчас посмотрим, что это такое. Так, через объектив камеры. О, ребята! Это у нас вензеля Елизавета. Офигеть! Давно я не поднимал такие монеты. Класс! Год 1759. Зачет. Так, и коник. Коник, в принципе, проглядывается неплохо. В принципе, монета, я считаю, зачетная. Классная монета. Ну, подтерта немножко, но для ее года достаточно такая бодренькая. Ладно. Надо будет здесь вот еще походить по этому холмику и посмотреть, что у нас получится. Итак, ребят, находка. И находка у нас крестик. Крестик-лепесток. В принципе,
рельеф такой высокий, но, к сожалению, он деформирован. Ну, неплохо пойдет. На обратной стороне отчетливо читается молитва честному кресту. Вот такие две древних находки я поднял с этого бугорка. Ладно, у напарника, у Александра, находками пока не особо. И он меня зовет на прошлый шурф заехать. Так что сейчас, наверное, соберемся и съездим на шурф на этот. Так что ждем находки. Опять, надеюсь, куча находок будет. Но не знаю, посмотрим. Итак, шурф, ребят, я присыпал. Он выдохся полностью с монетами. Он больше не дает. Что я накопал за последний час, это вот такое количество монет. Все советские монеты. 20-ки, 50-х годов. Трешка тоже. Трешка у нас 34-го года. Вот. И копеечка мертвая. Вот такое вот количество монет всего-навсего у нас вышло сегодня с этого шурфа. И думаем с Саней переехать. Он предлагает там какая-то школа. В ту школу съездить, посмотреть. Старая деревня тоже была. Выгорела, которая... Ветер поднялся. Шум, наверное, в камере. Ну, вот так вот получилось. Сегодня пока день особо-то нам не задался, не радует. Ну ладно, день еще длинный. Итак, ребят, приехали мы вот на такое замечательное место. Просто действительно, как в сказке. Река, солнышко, и вот так вот домики стоят на бугре. Довольно-таки такая деревенская обстановка. Приехали мы сюда, немножко походили. Находки, в принципе, есть. Сейчас я покажу. Я в процессе копа их не снимал. Камеру с собой не взял, машину закрыли и не смог показывать, что в процессе выкапывается. Сейчас мы хотим перебраться вот эту вот речку. Говорят, там вот есть пролив, который можно проехать. И хотим вот наверх, вон туда, за дома пройти. Говорят, что вот в этой области, сейчас бабушка с нами разговаривала, находили золотой горшок с золотыми монетами. И кто нашел его... Купили сразу дом, машину, короче, раскрутились. Но это было начало 90-х. Ну, а сейчас к находкам, которые мы сделали. Вот такой вот зачетный юбилейный рубль. Герой.
Ничего особенного, рубль как рубль. Но из всего, что нашли, этого находки сани. Сани просто фартанул на этом месте. Поднял вот такой вот зачетный крест. Прямо у меня на глазах. Сигнал был вообще шикарный. Чистый-чистый, как слеза. И поднял вот такой вот настоящий добротный крест. У меня таких коллекций нету, к сожалению. Ну ладно. Затем он поднял еще деньгу 1750 года в очень таком бодром состоянии. Зачетно. Ну и немножко шмурдяка. Конинку. И вот такой вот резной ножичек. Ну так по находкам. Сейчас я повторюсь. Вон туда вон отправимся. Ну ладно, будем ехать, переправляться. Надеюсь, сможем переправиться. Ребят, вот такая речка. Мы сейчас будем переправляться. Мы просто прям как корабль. Итак, ребят, перебрались мы, копали мы вон там и поднялись вот на такой вот песчаный такой. Мне просто охота в песочке поковыряться, как маленькому ребятенку. Давно я в песочке не играл. И вот хочу вот покопать в песке. Находки будут, вы об этом узнаете, смотрим. Итак, ребята, находка у меня первая. Где-то гуляю. Минут, наверное, 15. И находка, вот смотрите. Выпала вот такая вот конинка. Бодренькая. В очень таком бодром состоянии. Ну, это обычная конина. Ничего из себя интересного и ценного не представляет. Обычная конина, предмет конской упряжи. Никакого рисунка, орнамента нету, так что обычная. Но все же забираем и продолжаем. Итак, ребята, как я и предсказывал, что находки здесь на бугре будут. Выпала у меня монета. Это у нас монета николаевского формата. Год 1900. А, нет. Последняя девятка. Наверное, значит, 99 или 89. Вот такая вот монета. На ней окисел сильный. Так что придется чистить. Почему я здесь задержался? Потому что здесь вон, куда бы я ни ковырнул, вылазит красный кирпич. Вот здесь небольшой холмик такой. Я предполагаю, что это был дом. В каждой ямке была находка. И находка предмета конской упряжи. И вот она. Зачетная царская монета. 1 копейка. Ладно, продолжаем. Санька вон вот такие штуки выковыривает. Ну все, находки есть, продолжаем. Итак, ребята, интересная штучка у меня попалась. И хочу вам ее показать. Очень любопытная вещица. Смотрите, какая. Даже не знаю, к какому разряду ее отнести. Что там? Крест? Вон. Санчик крест поднял. Я вот такую фиговину поднял. Не знаю, что это такое. Ваши комментарии
прошу. С другой стороны вот так вот чисто, а с другой стороны вот такой вот древнегреческий орнамент. Хочу порадоваться тем, что я попал на место, где не копано. Здесь лопат конкурентов нету. Здесь вот так вот шли дома, и мы между домами сейчас ходим. Находки все практически копаются, потому что все за 80, а у меня на ВДИ 80 уже монетный сигнал. И приходится копать даже чернину. Ее, конечно, здесь хватает, но все же. Смотрим и продолжаем. Ребят, меня удивляет здесь вот какой факт. Куда бы я ни копнул, здесь не красный кирпич, как может показаться на первый взгляд. Но когда приглянешься, и видно, что это не кирпич, а красный гранит. Представляете? Это у нас получается дома делали из гранита, что ли? Интересно, ваши варианты, версии. Гранитные дома. Довольно-таки любопытно. Продолжаем копать гранитные дома. Итак, ребят, мини-лап в моем присутствии вытащил вот такую вот монету. Деньга 1737 года. Это у нас правление Анны Ивановны. Зачетная монета. И отправляется она, конечно, хозяину. Все, продолжаем. Итак, ребята, у меня находка. Находка вот какого характера. Это у нас мужской нательный крест. Вот в таком вот сохране. Довольно-таки такой бодрый, зачетный. Забираем, забираем. До этого я сейчас еще собрал несколько монеток советских. Ну, они советские, совсем советские. И я их не снимал. Но это стоит заснять. Здесь вот Санчик ковыряется. Вот на этом пятачке ковыряет монеты за монетой. И не хочет отсюда вообще не уходить. Да, Сань? Да. Говорит, прет. Пока прет. Ладно, продолжаем. Ты что, снимать собрался? Да, ребят, решил заснять. У меня на приборе показывал 78-80. У Сани 31, да, 32? 31-37. Сигналил очень хорошо, как вы слышите. Я, конечно, бы копнул, но я думаю, что это не монета. Санек же говорит, что это монета. Сейчас в прямом эфире мы узнаем, какой Санек среди нас оказался прав. А ваши предположения? Знатоки сафарика. Здесь выкопал. Ну, Сань, ну, блин, вот так вот его. Сразу видно, наверное, пробка. Ну-ка. Да, верховой, наверное, пробочка. А, вот она. Я же говорю, пробка. Зараза. Вот она. Ну все. Санек, то есть я был прав. А Санек, который другой, не прав. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, у меня стоящая находка. Я даже не представлял, что можно поднять. Только что проворчал про себя. Саньку еще говорю, люди здесь бедно жили, монет совсем мало. И выпала вот такая вот зачетная серебрушка, белочек, 10 копеек, 1923 года.
РСФСР. Патина такая красивая. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, находка. Я ее еще не брал в руки вообще. Вот так вот я ногой пнул, разбил камушек, и появился вот такой вот гурт. Берем ее. Это у нас Николай, Николай Первый. Это вензеля его. А с обратной стороны одна копеечка с серебром. 1843 года. Вот такая зачетная монета. Самое интересное, смотрите, сохран. Просто классный, шикарный, высокий. Но с другой стороны, как вы видите, имеется по всему гурту запилы. Твою налево. Херней страдали. Да. Ну ладно. Монета все-таки зачетная. Забираем. Так, ребята, у меня очередной монетосик. Вот он. Берем и чистим. Так. Монета у нас Николаевского образца. 2 копейки. 1900, по-моему, 3-го года. Ну, не столь важно. Вот такая вот монетка. Имеется налет на ней среднего сохрана. Ничего, пойдет. Зачетно. Монета за монетой идут. И заканчиваться совсем не хотят. Все, продолжаем. Вон у нас Саня. Эх, у него мини-лап, сафарик жрет вообще. Утром поставил аккумуляторы 8 штук. Вернее, батареи. И батареи у него хорошие. Duracell. И они уже кончились, представляете? Офигеть, вот он прожорливый прибор, сафарик. Мой же еще даже не показывает отметку, что закончился. Как вы видите, деление полное. Всего-навсего 4 аккумулятора. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, очередной у меня сигнал. Сигнал хороший. В плане того, что это у нас, как вы видите, мужской нательный крест. Целый, с ушком, не поломан, не дефектованный. В общем, зачетная находка. Просто класс. Так, это, по-моему, у меня сегодня 3-й крест уже. Или 4-й. Но самое главное, что находки у нас продолжают радовать. Продолжаем. Итак, ребята, у меня такая находка. У меня такой нету, честно. Что лукавить? Ну, находка прям, блин, сногсшибательная. Смотрите, какая. Ни у кого я таких пуговок не видел. Офигеть. Сейчас я приближу. Имеется корона. Так, ушка у нас, к сожалению, нет. Корона. Два по бокам от короны герба. И внизу надпись. Надпись я пока разобрать не могу. Москов Казанск. Я не знаю, что это такое. Москов Казанск. Вот такая вот пуговка. Классная, зачетная. Имеется корона. Это атрибутика именно имперская. Имперская пуговка. У меня такой в коллекции нет. Вообще зачетная, классная. Находки просто одна за одной сыпятся. Самое главное, интересные, царские. Фу, место очень красивое. Жалко, очень далеко от дома.
практически в глуши. 20 километров мы ехали по грунтовке, тряслись. Отвратительная дорога, камнем выложенная. Но Санек говорит, что числится она как бы асфальт, а на самом деле обычная грунтовка. Представляете, как администрация отписалась? Числится как асфальт, асфальтированная дорога. Ладно, не будем в политику вдаваться. У нас своя тема. Видеокоп. Смотри, не переключайся. Итак, ребят, Санек меня привез вот на такую вот замечательную полянку. Столы здесь стоят, смотрите, самодельные. Ну и заодно вот сюда вот, смотрите, очередной святой источник. Старые жители говорят, что ему 300 лет. Представляете, 300. Здесь вот иконы. Красиво. Саня, а источник целебный? О, слышали? Источник, обогащенный серебром. Сейчас мы в этом источнике и здоровье наберемся, умоемся и будем серебряными, драгоценными. Красотища. Блин, знал бы, тоже бутылку бы взял. Красивые, ребят, места. И красиво здесь все обустроили. Вот такой вот здесь ручеек идет. Такой нетронутый дизайн, ландшафт. И это все природа сама делает. Классно. Ну а сейчас, ребята, находки Сани. У него сафарик. В принципе, неплохой прибор. Мне понравился, но жрет он много. Очень жрет много. Вот такая вот конинка. Колечко медное обручальное. Вот такая пуговица меня очень заинтересовала, очень. Смотрите, сейчас я приближу, смотрите, какая пуговица. Очень странная орлянка. Подскажите, даже напишите, видали вы вообще такую пуговку? Очень интересная такая, знаете, смотрите, вместо на груди щита у него какая-то в виде змеи. Интересная такая фиговина. Мне очень заинтересовала. Напишите, пожалуйста, что это у нас за пуговица и из какого разряда она вообще, откуда она такая вообще взялась. Всем спасибо, конечно, сразу. По крестам. Вот такой вот крест вообще, обалденный крест. Вообще суперский. У меня таких крестов в коллекции нет. Ну, крест просто сногсшибающий такой. Блин, вообще обалденный. Обычный мужской крест, он у нас постоянно везде встречается, так что это обычный крест. По деньгам у него вот такая вот деньга 1737 года и 1750. Вот эта вот деньга у него в бодром таком состоянии. Ну и по советам, в принципе, ничего интересного. А, кстати, ты еще одна здесь копеечка должна быть. 1935 года. По каталогу она числится 1500 рублей. Он ее почему-то зажал, не показал. Но монетка в таком более-менее таком приятном состоянии.
и герб у него новый. В консоли лежит. Ну вот так вот, закончу я свой обзор находок Александра. Сегодня копали мы с ним весь день, так что теперь смотрим мои находки. Ну а теперь мои находки, которые мы сегодня подняли, в принципе, ну, за весь день, я думаю, неплохо, я считаю. Выехали, отдохнули, покопали, собрали небольшое количество советских монет, царские, много шмурдяка различного рода. Вот. У Александра тоже, в принципе, неплохо, я считаю. Так что не будем долго тянуть резину и сразу к находкам. Ну а по находкам, ну так вот, начну я со шмурдяка и постепенно к моим находкам, которые действительно мне радуют. Вот такие вот две гильзы. Гильзу я взял вот эту вот именно для образца, то что это у нас от винтовки, скорее всего, Мосина. И вот такая вот гильза, это у нас, наверное, от Нагана, я так предполагаю, потому что все находки в этом районе были довольно-таки древними и старыми. Ну вот такое вот количество конин у меня, вот такая вот пуговка. Интересная вот такая вот находка. Кто знает, подскажите, что это такое. Довольно-таки такая любопытная изделие. Наверное, все-таки предмет конской упряжи или что-то в этом роде. Пуговка вот такая вот интересная, зачетная. Вообще классная. Это у нас пуговица ЖД Москва, Москов и Казанск. У меня таких нет пуговиц, но зачетная, вообще зачетная. По крестам. Два мужских нательных креста. В принципе, бодренькие. Оба с ушком. Дефектов нету. Вот такой вот женский нательный крестик. В простонародье лепесток. По советам. Двадцатка, двадцатка, двадцатка. Все 50-го года. Вот такой вот зачетный юбилейный рубль я поднял. Трешки, ничего особенного, тоже 54 и 46. Двушка, 84. Копеечки. И по царям. Одна копейка серебром 1843 года. Все было бы ничего, но, к сожалению, на обратной стороне у нас имеются зубцы. А так вообще бодрая монета. Вот такая вот у нас Елизавета. Копеечка 1759 года. Тоже так неплохой экземпляр. Зачетный пойдет. Двушка 1903 года. Копеечка 99 года. И вот такая вот серебрушка. Классная. 10 копеек, 1923 год. Патина просто прям классная. С ней ничего не нужно делать, а именно оставить вот в таком вот виде. Итак, ребят, на этом я и закончу свой видеообзор именно моих находок. Так что смотрите в дальнейшем мои выпуски, будет интересно. Будем выезжать довольно-таки в приятные такие места. Даже будем соображать насчет экспедиций. Так что подписывайтесь на канал, ставьте, если вам понравилось видео. Ну и всем здоровья, всех благ, пока. Итак, ребят, видео я уже закончил. Едем мы уже домой. Решили остановиться на одном местечке. Хорошая здесь распашка, противопожарная полоса, и на ней куча различного рода керамики. Выпал у меня сигнал, и это у нас монета. Монета у нас 10 копеек, щитовичок. 33-й год. Жаль, не 34-й. Ну ладно, продолжаем. Итак, ребята, здесь вот такая вот противопожарная полоса. И из нее просто лезут осколки.
различного рода. Вот один из осколков, смотрите. Классный такой сюжет Кузнецова. Это царская. Жалко, разбитая. Вот такая была забавная кружечка для кофе. Красотища. Да, кстати, здесь вот неподалеку клад подымали, огромный большой горшок серебра. Если у меня будет время, я вам покажу эту яму. Подняли очень огромный клад серебра. И комрады своим кладом поделились именно с бабкой, которая им сюда вот посоветовала прийти. Вот, Санек говорит, здесь копал. Находки здесь классные были. Дома вплоть до леса были. Вот, плюс, ну, видно дымовые ямы. Так что ладно, посмотрим. Это очередное место, и мы хотим посмотреть, что здесь у нас будет. Итак, ребята, у меня повод показать. Вот смотрите, вот на эта яма. Смотрите, какая огромная яма. И в этой яме подняли большой, большой кувшин с серебряными монетами. Яму, конечно, размыло, скорее всего, но вот такая вот яма. И я вам к чему говорю. У меня появился возможность вас заинтриговать, да и сам я немножко заинтригован. Рядом, неподалеку, был цветной сигнал. Начал копать из любопытства. И в яме появился вот такой вот округлый чугунок. Или что-то в этом роде, не знаю, может ржавая труба, может раньше времени я поднял шумиху. Но когда по нему стучишь, такое ощущение, как будто он внутри пустотелый. Выковырять его невозможно, так что нужно сейчас будет окапывать. Позвал я Санька, сейчас в духе, побыстрее раскопаем и посмотрим. Так что смотрим, любопытно.